Днестр поднимается. В ближайшее время уровень воды вырастет на пару метров. Из-за сильных дождей на Украине Дубасарская ГЭС увеличила сброс воды. К чему это приведет и стоит ли нам ждать паводка в нашем следующем сюжете? В ближайшее время уровень Днестра у нас поднимется на 2-2,5 метра. И все из-за циклона, который вылил в верховьях Днестра приличную порцию дождей. Новоднестровской ГАЭС на Украине пришлось увеличивать сброс воды. Осадков выпало вполне достаточно для того, чтобы можно было увеличивать сбросы с Новоднестровской ГЭС. И они стали увеличивать. То есть вот эти два дня, вчера и сегодня, уже по 900 кубов они стали сбрасывать. Водохранилище нашей ГЭС к сбросам с Украины готово. В Дубасарах тоже увеличили водоспрос со вчерашнего дня. Вместо обычных 350 кубов в секунду сейчас идет 560. Планируют увеличить до 900. Но ничего критического в этом нет, говорят на нашей гидроэлектростанции. Такие показатели даже серьезным паводком назвать сложно. Это нормальный, в принципе, расход воды. До 1000 кубов у нас считается, что это, причем даже не паводок, а просто увеличенный расход воды. Идет все в русле реки, которые защищены дамбами, поэтому даже разливов нигде не будет. Да, Днестр на пару метров поднимется, но ни огородам, ни полям ничего не грозит. За сельхозугодья можно не переживать. Ну а рыбе, которая в большинстве своем уже отнерестилась, так и вообще водное раздолье. Она успела отнереститься в временных водоемах, которые при падении уровня воды потеряли связь с рекой. В итоге все это приводит к гибели молоди, рыбы и мальков. То поднятие уровня воды приведет опять к восстановлению связи реки и этих временных нерестилищ, что позволит молоди выйти в реку. Дожди в верховьях Днестра уже сходят на нет, так что в ближайшее время, по оценкам метеорологов, кардинально ситуация с паводком уже не изменится. Если только на смену нынешнему дождливому циклону не придет другой. Инга Гудель, ТСВ.